Плохих профессий не бывает, так считают организаторы областного шоу-конкурса «Парад профессий», который состоялся сегодня во Дворце детей и юношества. Главная цель мероприятия – разъяснение основных положений программной статьи президента «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». Альянс студентов Казахстана при содействии Управления внутренней политики Карагандинской области организовали творческий конкурс. Студенты и школьники, одев на себя интересные костюмы, показали, с чем будет связано их будущее. Кто-то станет инженером, врачом, поваром, ну а некоторые металлургами, музыкантами, учителями. По словам молодежного лидера Альянса студентов Казахстана, мероприятие вызвало большой интерес у сегодняшней молодежи. В данном мероприятии принимают участие команды города Жезказган, Балхаш, район Бухаржал, Лутау, младшей карагандинской школы, лицей. Около 25 команд, 125 участников. Данный конкурс проводится среди рабочей, работающей молодежи, среди молодых специалистов по программе с дипломом в село, среди военнослужащих Карагандинской области. Интерес тот факт, что он проводится впервые и нашел именно большой отзыв. На конкурс собрались студенты, школьники, активисты молодежных общественных объединений из разных регионов Карагандинской области. Профессии были представлены молодыми людьми из Балхаша, Темиртау, Жезказгана и Караганды. Мы приехали из города Жезказган. Сегодня представляем медицинский колледж. Название нашей команды – знатные профессии. Мы очень долго готовились к этому конкурсу. Главная наша задача – это раскрыть значение профессии медицинского работника. На первом этапе конкурса каждая из команд продемонстрировали свою визитную карточку, профессию, которую они сегодня представляют. Под названием «Я патриот Казахстана» прошел второй этап конкурса – небольшая викторина на знание родного края. Ну а третий конкурс, самый интересный, по мнению зрителей, это творческие номера под эгидой «Все профессии хороши». Главной целью такого шоу-конкурса является формирование активной гражданской позиции, говорят организаторы. Мы в этом году впервые решили в области провести такой конкурс для пропаганды среди молодежи именно, для пропаганды человека труда, как мы сегодня должны символизировать, основным символом всего должен являться человек труда, человек рабочей профессии. И вот наш сегодняшний конкурс именно направлен на пропаганду человека труда. Парад профессий проводится впервые в нашем регионе, но уже имеет широкий отклик у молодежи. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, ну а остальные получат сертификаты об участии. Аида Ибраева, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».